Здравствуйте, дорогие друзья! Урок посвящен аккорду ля диез мажор септаккорд. А диез семь. Первый вариант этого аккорда наиболее простенький. На третьем ладу берем барешечку, 4 струны, малая баре, пятую, шестую струну не играем. И вторым пальчиком на четвертом ладу прижимаем первую струну. Вот такой А диез 7. Этот вариант аккорда мы играем на первом ладу. Ля диез мажор, септ аккорд. Или же си бемоль мажор септ аккорд. Обратите внимание, первый пальчик мы ставим на первом ладу барешка. Наш любимый пальчик мы в свободном полете оставляем. Третий пальчик мы ставим на лад четвертой струны. Четвертый пальчик мы ставим на лад второй струны. Все, баре. Старайтесь не цеплять шестую струну, но ничего страшного, если вы ее зацепите. Следующий вариант аккорда играется на шестом ладу. Баре. Третий палец на восьмом ладу пятой струны. Второй пальчик любимый мы ставим на седьмой лад третьей струны. И четвертый пальчик мы ставим на девятый лад второй струны. Еще один вариант аккорда мы играем на восьмом ладу. Обратите внимание, прижимаем баре пятую и четвертую струну на восьмом ладу. Второй любимый пальчик ставится на девятый лад второй струны. Третий пальчик ставится на десятый лад третьей струны. Четвертый пальчик ставится на десятый лад первой струны. И на одиннадцатом ладу безбаряшный вариант. Это когда вот так. Соответственно, первый пальчик у нас 11 лад, вторая струна. Второй пальчик у нас 12 лад, четвертая струна. И третий пальчик у нас 13 лад, пятая струна. Вместе с 13 ладом третьей струны у нас берется четвертый пальчик. Вот такой вот А диез 7. Подписывайтесь на наш канал. И играй как Бенедикт.